Брещанки Светлана и Нина – инвалиды-колясочники. Подругам нравится гулять как по центральным бульварам и проспектам Бреста, так и по улицам отдаленных микрорайонов. Проживают на Гродненской, а потому маршрут Партизанского проспекта – один из излюбленных. Отныне на одной из главных транспортных артерий восточной части города стало гораздо удобнее и комфортнее. Не только инвалиды, но и мамы с колясками ездят. Им же тоже удобнее, хорошее, когда проехать, чем вот по бордюрах этих прыгать. Ну, здесь уже успели, все устраивает. Да, ну, возле Монтаны мы не проехали, нам помогли. А вот здесь хорошие переезды. Но до Московской еще не доехали смотреть. Стараются, делают для нас как же много. Конечно, спасибо, потому что дорога очень хорошая вот на этом вот отрезке. Переезды, такие хорошие, планы. При масштабном благоустройстве, которое началось год назад, были учтены интересы всех – пешеходов и автомобилистов, инвалидов и велосипедистов. Ремонт объекта идет в две очереди. Итоги первой подвели сегодня на своеобразном выездном совещании. Характеристики нового Партизанского впечатляют. Просторный, широкий, благоустроенный. Расширены тротуары, сокращено количество киосков. Был перенесен остановочный пункт и созданы дополнительные места для парковки. Кроме того, широкие тротуары стали велопешеходными. Отныне проспект – это сочетание комфорта, красоты и современности. Мы здесь опробируем новые виды остановок, мы здесь опробируем новые формы государственно-частного партнерства, то есть участие бизнесменов в благоустройстве. И здесь мы серьезно поработали по сетям, то есть сделали задел на будущее десятилетие, чтобы эту дорогу не перекапывать. Еще техническая часть такая осталась, поменять контактный провод троллейбусных линий, потому что, как я сказал, не только мы наводим глянец в марафет, а технической частью сдвинули стойки, теперь поменяем контактный провод. Остался кусочек Заянки, Купалы, туда к гаражам, это тоже продолжение, там тоже жилые дома. Там немножко обустроим, положим еще два слоя асфальта возле, как я сказал, кинотеатра «Юность». На пересечении с Орловской красивый и удобный будет уголочек. На пересечении с Ленинградской красивый уголочек прорисованный. В рамках капитального ремонта густонаселенного Партизанского проспекта в будущем будет благоустроено три наиболее проблемных двора. Не останется без внимания и вопрос установки нового знака для увековечения подвига партизан. В будущем его восстановят, учитывая современные подходы. Открытие Партизанского проспекта планируют к весне-лету следующего года. Подводя итог рабочего совещания о ремонте проспекта, градоначальник отметил и развитие транспортной инфраструктуры. В этом году в Бресте мы пошли на рекорд. У нас 33 улицы заасфальтированы. Из этих 33 улиц 15 улиц, грунтовых улиц, которые впервые получили асфальт. 7 километров грунтовых дорог, 8 километров старого асфальта поменяли, и это без Орджоникидзе, без западного обхода, без Кобринского путепровода. Поэтому вы прекрасно понимаете, что приоритет – это дорожная инфраструктура города. Виктория Сащенко, Андрей Щерба, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БукТВ.